страшная вот такая сила, в чем главная беда этих наркотиков, это в их доступности и простоте употребления. Вот этот, что вот эта вот курительная смесь, она никоим образом там не дозируется, но вот действует на людей она по-разному. Бывает, что сразу летальная смерть, бывает у кого-то там вот в больницах мы откачиваем. Первая ласточка была, у нас 5 ребят, отравилось 4. Очень тяжело в больницу попали, это в нашем вот СПТУ бывшем, сейчас скажу, это колледж Орский. Значит, несколько случаев выявлено потребление уже людей постарше на производстве, даже на таком, будем говорить, достаточно благополучном предприятии, как Гайский ГОП. Если где-то вы там обнаружите, что вот это вот неадекватное поведение людей, а вдруг, не дай бог, там кто-то занимается распространением вот такой всей этой гадости, пакости, Бога ради, сообщите, пожалуйста, милицию. И просьба, не оставайтесь равнодушными и не надо, будем говорить, вот это вот защищать псевдо честь своего заведения. Это наоборот вам более добавит, если вы поможете нам в борьбе с этим делом, потому что на сегодня ситуация очень страшна.